Итак, всем привет! Пришла моя первая посылочка из Китая. По треку, и как тут написано. Так, watch. Так, сейчас надо, чтобы сфокусировалось. Watch 6 штук, то есть это часы, за $26 4 цента. Так, шла она, это все, почта Китая в районе 27 дней. Ну что ж, начинаем распаковку. Так, где тут открыть-то? Давайте вот тут прям начнем. Так, упаковывали они. Да, хорошо упаковали. Так, вижу там даже коробочку. Ах да, посылка это с Танькиного магазина, Tiny Deal. 27 дней шла. Так, вот так вот даже откроем. Так, видим пупырку. Можем будет. Нет. Нельзя будет ее. Ну, похлопать можем, но не очень это будет все удобно. Так. Ну, а что? Тут вот сейчас подрежем. Так. Такс. Что-то тут написано, по-моему. Что это за бумага? А, нет, это пупырка. Так, пупырочка, пупырочка. Так, мне кажется, можно уже открывать. Так, вынимать ее. Здесь ничего нету, пупырочка. Здесь 16-я. Так, в сторону ее. Так, теперь. Вот они наши... Так, открыла как-то по-китайски это все. Вот и пришли наши часики. Так, здесь пупырочка. Так, убираем ее в сторону. Вот здесь вот. Сюда вот ее уберем. Так. Смотрим часики. Первые часы. Вторые часы. Так, ну давайте даже там сейчас вынем, достанем. Так. Видите? Как я, насколько я помню, по-моему, вот эти вот часы самые дорогие. Кварц. Они все кварц. Хорошо, так. Или вот эти вот часы. Росси. Так, 4. 5. 5. И последние. Шестые. Вот эти вот очень прикольные, смотрите, так. Vumage. Такие цифры. Так, здесь. Эти очень прикольные, такие циферки прям. Надо сфокусировать. Вот. Так, ну давайте достанем вот эти вот. Вот эти вот мне почему-то больше всего понравились. Так. Достаем. Вот такие вот часики. Пришли к нам из Китая. Хочу сказать, часы довольно хорош, правда, я не понимаю, что... Так вот, ну ладно. Так, на целость и сохранность. Вроде бы они нормальные. Так. Так какие часы, по-моему, идут? Я не могу понять, какие. Так, я не знаю, слышите ли вы этот звук. Так. Все часы, похоже, идут. Так, значит, убираем обратно в коробочку. Так, убираем, убираем, убираем. Давай, убирайся. Так, убрали. И там часики очень прикольно идут. Так, вот большие часы, хочу сказать вам. У меня костлявый. Так. Вот, очень прикольный звук у них, так, не знаю. Услышите ли вы его? Вот эти часики очень хорошие у нас. Так, ну а заказывал я их, все эти часы для мини-бизнеса. Спасибо каналу Good From China, Игорю. Благодаря нему я заказал первую свою посылочку. Вот, собственно, и все.
Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!